Аттестация завершена. На этой неделе национальная полиция предложит всем подразделениям областным постоянный штат. Будут назначены все ключевые позиции. И я буду требовать высочайшей дисциплины и результатов уже сегодня. Переходный период закончился. Время неопределенности, кто работает, кто не работает, закончилось. Настало время результатов. Отдельно остановлюсь на то, что кабинет министров реально одним из приоритетов безопасность граждан в стране поставил приоритеты действий правительства. Исходя из этого, мы с Владимиром Борисовичем обсуждали специальную программу по криминальной полиции, по криминальному розыску, по борьбе с бандитизмом и преступностью. Исходя из этого, была коррекция бюджета, которая была принята несколько дней назад. И уже сейчас наши оперативные работники, работники криминальной полиции, уголовного розыска, следователи, оперативники получают серьезнейшую надбавку к заработной плате, серьезнейшее оснащение дополнительными средствами и имеют все возможности для того, чтобы раскрыть преступление. И я хочу этой отдачи. Это улица с двусторонним движением. Мы хотим, чтобы общество нас уважало, мы должны демонстрировать обществу результаты, в том числе в резонансных преступлениях. И речь, когда идет об обычных уличных ситуациях.